Всем привет, ребят, с вами Нитрич, и играем мы в Terra Online. С новым патчем, где мы качаемся до 65 левела, изменили и соло Али Данж. Изменились монстры внутри данжа. Так что в связи с этим решил запилить видос. Сам я здесь первый раз. Первый раз вижу этого быка. Хотя нет, я таких бамов встречал. Но сейчас посмотрим, насколько он жесток. Изменился и дроп в Али Данже. Ну, посмотрим это в конце. Тут я решил под его атаки не попадать. Сильно не выпендриваться, так как он мне, посмотрите, он мне просто 15 тысяч хп одним выстрелом даже снес. Вообще у этого бама главное опасаться его, когда он бьет руками по земле и остаются огненные следы. Вот главное в эти огненные следы не заходить. А так, в принципе, крутить его вообще изи. Ударяете, бегаете по кругу, ударяете, бегаете по кругу. Это у меня PvP сет, фавора 12. Так что если вы уже собрали себе PvE новый, заточили его на 12, то я думаю, для вас вообще не составит никакого труда его убить. Ну а если вы еще хуже одеты, то уж точно попросите какого-нибудь жреца, чтобы он вас бафнул. Вот, видите, стою на огне. Возьмите на всякий случай баночки на отхил. И бойтесь этого огня. Тут он меня до чего напугал, что у меня осталось 10 тысяч, что я решил побегать и отхилиться. Хоть в баночек покидал, что ли. Сферок. Вообще, тут три разных монстра. Встречал я еще дракон здесь будет. Дракон, у дракона дыхание опасное, и он когда поднимает вверх башку свою, потом опускается и начинает крутиться. Очень тоже сильная билка. И когда у него еще красные такие шипы над его фигурой взлетают, тоже отбегайте, потому что начнут какие-то красные лазеры стрелять вокруг него. Это что касается дракона такого. Ну а третьего босса я не видел. Да, по сравнению с тем, как до этого Али Данж фармился. Слава богу, подумал я, что я его уронил хоть раз. Но дамаг никакой. Вообще, что касается фарма, ну, сделали они сейчас фрейвинд, где шмот уравненный. Вы зайдите в статистику фрейвинда, даже мест никаких нету, никто не ходит, вообще невозможно зарегистрироваться и попасть на фрейвинд, который был. А сейчас все ходят в уравненный фрейвинд. И то туда тоже долго стоять в очереди. Вообще не знаю. То ли онлайн умирает, то ли все крабят. А крабства на самом деле очень много добавили. Да и голду. Где добывать сейчас голду? Это кучу твинков только качать. Что-то слышал я еще, ботов пофиксили.
В общем, этот босс по сравнению с драконом просто конфетка. Ну вот и все. Да, точно все. Дроп уныл. Просто жетоны соски. Спасибо тебе. За проход в новый Алиданж выпало вот такой кусок. Осколок имперского слитка на аукционе стоит 700 голды. Нужен этот осколочек для крафта нового ПВЕ оружия. Сережка из нового сета. Две бижутерии собрать. Сет, я думаю, неплохой. Скорее всего, ролл в серьге выпал не очень. Итак, и билетик. Я еще до этого в другом заходе выбил. Так что получается, что новый дроп — это новая бижа и вот какие-то материалы. Спасибо, ребята, кто смотрел данное видео. Подписывайтесь на канал, а также заходите к нам в группу ВКонтакте. Ну и, как всегда, жду ваших комментариев. Всем удачного дропа. Пока-пока.